Приз «Золотой Витязь» получил Магаданский театр за спектакль «На краю света». Постановка идет на двух языках – русском и ивенском. Это позволяет приобщиться к культурным традициям коренных жителей Колымы. Помимо артистов драмтеатра, в спектакле поучаствовали представители коренных малочисленных народов Севера. Жюри Международного театрального форума дважды отметило спектакль высокой оценкой. Мне было так ответственно выходить, да, на эту сцену, потому что я понимала, что мы вписываем такую золотую страницу в историю нашего театра. Золотую еще и потому, что однозначно этой поездки бы не состоялось, если бы нам не помогла наш друг, давний партнер, золотопромышленная компания «Полюс». Но, конечно, мы не ожидали. Я все время говорю, я провожаю ребят, я говорю, я останусь на закрытии церемонии, на церемонии закрытия. Возможно, может быть, нам какой-то диплом дадут участника, но то, что гран-при... Спектакль отмечают не в первый раз. Его высоко оценили на масштабных всероссийских фестивалях «Территория Магадан» и фестиваль театров Дальнего Востока в Хабаровске. Я тебе денег не дал, это я понял. А что же за хозяин? Тот, который тебе не поверил, из тебя шапку снял. Меня шапки никто не снимал. А как же это было? Я ее сам скинул. Целый день бежал. В тундре юрту нашел.